Проекты технопарка «Санкт-Петербург» в первом квартале привлекли 40 миллионов рублей инвестиций. Напомню, его основная цель – помощь молодым ученым и предпринимателям в разработке новых технологичных решений и вывода их на рынок. Для этого у площадки есть различные инструменты – бизнес-инкубатор, производственные кластеры и гранты. Компаниям-резидентам также оказываются специализированные услуги. За январь-март порядка 900. Ими воспользовались 258 предприятий, в том числе 177 компаний малого и среднего бизнеса. Все наши услуги, они так или иначе, по большей части, связаны с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками. То есть это все стадия НИОКРа. Увеличилось количество запросов от предприятий на обратный инжиниринг в части именно замещения тех комплектующих, которые раньше поставлялись из недружественных стран. И мы уже, в общем-то, готовы к тому, чтобы производить это здесь, у нас, в России. В прошлом году технопарк реализовал 45 проектов обратного инжиниринга.